Итак, кратко, тезисно о наболевшем. Что хотелось бы сказать? Вот зачастую получается так, что делаешь какой-нибудь видос или что-нибудь там записываешь, да, допустим, на улице что-то снимаешь, и существует большое количество разных звуков, таких как мелодии там, всякие песни играющие, и на них потом прилетают тебе авторские права, могут забанить видео, вообще попросить удалить, могут просто монетизировать за тебя. Мелочь, неприятно, обидно, но зачастую бывает другой случай, когда ты вроде бы все решил, все придумал, и вроде бы все замечательно, тишина, никаких посторонних звуков и всего остального. Но к тебе прилетает такая вещь, как телефонный звонок, на который тебе вроде бы и не хотелось бы отвечать, но тем не менее он уже играет, он уже влазит в кадр. Что же делать в данном случае? Конечно, при помощи вот такого обычного сайта можно взять и придумать себе какой-нибудь хороший рингтон. Как же это сделать? Мы берем продолжительность и для звонков выбираем продолжительность, ну, скажем так, продолжительность самую маленькую. Выбрали продолжительность где-то до 30 секунд. Вот. Пофильтруем, допустим, 100 мелодий поставим. Жанр. Ну, жанр можно выбрать тоже любой. Вот, допустим, праздничная. Нет, не праздничная, а лучше, наверное, какой-то рок там выбрать. Хип-хоп, кому что нравится, в принципе. И как бы скачать музыку в открытом доступе, которая будет у вас стоять на звонке. Там есть мрачные всякие мелодии, все что угодно, тревожные, допустим. Вот давайте ее прослушаем. Сейчас-то ее точно не забанят. Ну, как бы вот такое, вот там классику какую-нибудь можно. Довольно-таки неплохая мелодия, вот ее-то мы и скачаем. Так, что у нас здесь еще есть? Пофильтровать нужно, там выбрать, допустим, жанр. Так, ну, допустим, рок выберем, применить. Вот, дальше что у нас тут еще есть? Продолжительность. Продолжительность длиннее, короче, допустим, там, 50. Смотрим, что у нас тут есть. Ну, агрессивную какую-нибудь. Вот, выбирайте. То, что можно будет использовать, то, что не забанят. Как вам такой вариант, допустим, звоночка? Ну, а как ее установить? Я думаю, все прекрасно понимают. Можно взять, к примеру,
показать все, что скачалось. Мы-то знаем, что это в загрузках, поэтому заходим в загрузки, это мы все удаляем, это нам уже не надо. И вот в загрузках вот эту вот мелодию мы просто вырезаем и вставляем в наш телефон, в определенное место. Если у вас MIUI, то вы можете вставить, соответственно, в MIUI папку музыка. И вот сюда вставляем. Вот она, наша мелодия. Переименуем ее в мелодию 11. Так ее будет проще всего найти и установить на телефоне в виде звонка. В общем, как-то так. Такой вот легенький лайфхак. Кому было полезно, принимайте к сведению.